sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ship. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. И добро пожаловать в восторг. Я тебе не враг. В прошлой серии мы забрали росток, розу вроде бы, который нам поможет избавиться от газа, который у нас здесь находится. А пока... Так, зарядим обычные патроны. Что нам нужно сделать? Так, вы получили образец розы для Лэнгпорта. Принеситесь к ним в лабораторию пологих холмов. Окей, куда нам нужно для этого идти? Далековато, ладно. Так, вспомнить бы управление несколько, то я его подзабыл уже. Так, хорошо. Где-то кто-то здесь есть рядом. Ох ты мой. Швабочка, она здесь ходит вроде бы один, так что его мы особо не опасаемся, но... Хотя... Вроде бы сейчас стучал. Окей. Так, ты тут как один? Где ты? Вроде бы да, так. Девочки у нас здесь две. Насколько помню, этот у нас не особо пытался кого-то позвать, мы даже пытались использовать. Так, хорошо. Так, что вы можете предложить? А, у нас технический банк. Ой-ой. Многие холмы, отлично. Тут как одна. У меня совсем нет аптечек. И с чем у меня могут быть серьезные проблемы с вами? Тихо. Ой-ой. Это черт убери. А. А, у меня нет ничего, ясно. О, я могу не пережить. Как ты смеешь меня трогать? Умри ты. Спасибо, что пришел. Черт, убери. Так, и что же делать? Лэп, точно хорошо, тут нет нигде магазинчика. И что это вроде, чтобы восстановить здоровье? Тут очень, кстати. Так, там ничего нету. Ох, ну будем надеяться, что мы пока никого не встретим. Честно говоря, умирать. Черт побери, здесь кто-то есть. Или нет? Казалось. Так, мне куда-то сюда, да? Ты принес розу Галику? Ну так чего же ты ждешь? Письменного приглашения? Посылаю ее по пневмотрубе. Получай. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, и я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Ух ты. Так, хакер-эксперт. Оригинальный... Генотоник. Хакер-эксперт от компании SuperHacker отключает сигналы тревоги и помогает избегать перегрузки. Это необходимый плазмид
линейки суперхакер. Кинга, но у тебя стоять вроде бы некуда. Что-то не показывать. Принеси в банки. Случаем нет нигде. Пил. Небо птичку. Найти. Я дернуть не могу, зачем? Я тут везде подключала систему безопасности, так что стрельбы не будет. Заходи ко мне в кабинет. Окей, рад слышать. Так. Совсем уже подзабыл. Ага. Кто сказал, что старого пса новым фокусом не выучить? Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать япошек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам, Адам, Адам. Джин помножить на атомную бомбу, помножить на Еву и змея. И поглядим, что из этого выйдет. Отлично. Так, я надеюсь, что все не кончится тем, что я буду уходить отсюда, и все, кто здесь есть, будут по мне стрелять. Окей, так, ладно. Керевца. Где же у нее кабинет? Что, не надо? Напал. Хорошо, теперь у нас есть камера, где можем ничего появиться. Я там не видел Атласа. Очень даже не слышал. Джулия, мы заключили сделку, ты и я, разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата Лазарь. Погодите! Нет, прошу вас! Право собственности — это цивилизация, Джулия. Мистер Райан! Мистер Райан! Или 4, 5, 7. О, как не хочу туда. Всякий раз, когда мы продвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля. Эх. Ладно, что у тебя здесь есть еще полезно? Так, сделать я ничего не могу. Ладно. Билл Энфорд. Интересная штука, надо будет его пробовать на ком-нибудь. Может, теперь я смогу что-нибудь собрать? Где у нас тут было? Это взломщик только. В принципе, он нам не особо нужен. По 9-4. Ага. Куча рынка. Хорошо. Что проку быть чертовым гением, когда рядом некому это оценить, одни тупицы вокруг. Я создала препарат на 99%. Нужен бутон розы галлики, чтобы подтвердить анализ. Дистиллированная вода, чуть-чуть хлорофилла, энзимы, выделенные из медоносных пчел. Все правильно, мелочка, пчелиная слюна. У вас есть сложное задание. Так. Окей. Препарат Лазарь. Вы круто нашла способ оживлять мертвецов. Мертвые растения с помощью генной инженерии. Ее так называемый препарат Лазаря должен обратить эффект
гербициды Райана. Чтобы создать препарат лазере, понадобится 7 частей дистиллированной воды, раствор хлорофилла и образцы энзимов. Соберите эти ингредиенты, загрузите их в универсальный компьютер и создайте препарат. У меня это есть? У меня нет... У меня двух вещей. Где мне их взять? Искать бессмысленно, наверное, да? А, кстати, нет. Что у нас за снаряжение здесь? Химический распылитель и липкий азот. Давайте сначала взем это, посмотрим, как это работает. Так. И по всей видимости, не придется отступать назад, что-то искать. Вот понимаю, где это хотя бы искать. Сейчас мы тебе это испробуем. О, неплохо. Очень даже неплохо. И как я понимаю, теперь тревога будет подниматься, да? Ой-ой-ой. Что ты там делаешь? Запутался, ладно. Так, где камера? Бери. Теперь будет относительно безопасно. Тихо. Что за звуки? Ой-ой, так. А, ну куда же ты? А, где ты? Просто не горю желанием с тобой встречаться. Ну, неплохо. Так, мы взяли раствор хлорофилла. Хлорофилла, кошмар. Что вроде бы неплохо. Найти бы автомат и купить револьверных патронов. Ну, как-то так. Аптечки, конечно, не хватит, но хоть что-то для начала. Так, куда мне идти? Насколько запутался. Так, машина теперь мой враг, да? Тихо. Ой. Так, чёрт побери. Ну, надо взламывать её. Ух ты мой. В чем проблема? Так я не понял. Почему не вышло? Так, открывайся. Так, отсюда я пришел. А. Так, он вызвал девчонку. Что надо уточнить, есть. Или, ну, в принципе, неплохо, тем можно, думаю, его будет кончить желание. Девчонка с тобой?
что-то я не вижу. Займись вон тем другом. Ну же. Давай, иди сюда. Ох, черт побери. Ну где ты? Прикончил? Слава богу. Так, теперь у нас есть небольшой друг. Камеры нигде нету. Черт его знает. Аркадия велика, но тут большей частью поля. Если ищешь что-то конкретное, советую начать с деревенской ярмарки. Окей. Меня. Это я так вздохнул. Причем так. Нет, сюда? Нет. Совсем понятно. Кислород на критическом уровне. Начат процесс герметизации. Все шлюзы закрыты. Благодарим за внимание. Окей. Чё? Не вам. Ай-яй-яй. Надеюсь, ты сгоришь там? Ох. Каким-то чудом мы все еще остаемся живыми. Где ты тут и был? Так, мне бы снова хотелось найти... какой-нибудь медицинский аппарат. Так, мне сюда. О, благодарю, так. Есть кто? Или более-менее тихо? Так. Как я здесь совсем не ориентируюсь, вроде в прошлый раз было проще. Вот их. Это чертовы фанатики! Согласен. Птичка, отлично. Так, тут у нас очень хорошая лужа, с чем мы сможем ее просто поджечь. Здоровье. Надо бы где-нибудь улучшить револьвер. Мы сатурнинцы не любим чужаков. Кошмар. Ой, ты кстати. Пойдем. Ну и где ты? Одна? Паразиты зарятся на восток.
пока и нет. Нужно немного осмотреть. Займись ей. Отлично. Так, что у нас тут есть? Кофе? Так, ничего не нужно. Так, давно мы ничего не взламывали. Так, ну, начинай. Так. Срочно оттянуть тебя. Так, ух ты, это что такое? Это, видимо, это затянет процесс, время. Так, давай. Отлично. У нас деньжат, как всегда. Ой, две аптечки. Красно. Пойдем. В ту сторону ничего не было. Была шкатка. Тут не запрешь. Откуда берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Материнский инстинкт. Я ей помогаю. Замечательно. Что-то я сомневаюсь, что девчонки, которые к ней обратно отправляю, не превращаются обратно в этих странных существ. Ну да, мы с ним тоже встретимся в свое время. Так, отлично. Джулиет, если хочешь проводить время с моими пчелками, что ж, мне придется брать с тебя деньги за удовольствие. Если я еще раз выйду и обнаружу, что ты толчешься рядом с моими ульями, то возьмусь за ружье. Что ж до твоего вопроса? Да, я хоть и с трудом припоминаю, чему учат в школе пасечников, но вроде там что-то было связано с тем энзимом, о котором ты столько болтаешь. Откуда берутся такие, ой, как я? Види, я зря включил. Целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы вас... Тихо. Не будем вмешиваться, я думаю. А родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Материнский инстинкт. Ну где-то здесь камера. Ой-ой-ой. Как я тебя не заметил? Кто-то рядом ходит. Ладно, надо как-то успеть по-быстрому взломать тебя. Ну, да что ж. В чем проблема? Почему не получается взломать? Так, ладно. Я мое попадение. Так, спокойно. Я так не думаю. Где ты? Так, хорошо.
Подписывайтесь на канал Ева 2. Включите больше Евы с каждой аптечкой. Используйте. Ну, Ева 2. Это тоже. Все, что было. Добро пожаловать на распродажу. Так, нет. Это не особо нужно. Мы пока только энзим нашли. Плохо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Где ты? Ну? Ладно, дойдём. Что? Хвост поджал? Ну, наконец-то. Так, нужно улучшать пистолет, либо искать патроны. Патроны сейчас пехотников. Так. Давай. Нам тебя нужно отвезти вниз. Так, отлично. Нужны еще вертикальные. Так, вот и сюда. Сюда. Сюда и последний вертикальный. Отлично. Заодно без здоровья. Полетели со мной. Тихо. Могу перебраться. Окей. Вроде бы не успела поднять тревогу. Хорошо, что у нас тут было. Данк, отлично. Здесь надо будет пофотографировать существ. Но мы этим и занимались. Ты. С их длинными играми, бессмысленными песнями, с их жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Все тоже берут великой цепи усилий. Там и моя рука и рука Фонтейна, все мы за нее тянули, а она тянула нас. И все же эти дети сущие проклятия. Однако не я один тянул за цепь, породившую их, нет. Их маленькие пальчики тоже были там, совсем рядом. Так, не сжато. Нужно срочно тебя отвезти куда-то. Нет. Чё-то не успеваю. Вот нам бросток ударил. Ну, где ты? Окей. Так, это у нас потянет немного времени. Сюда. Сюда. Отлично, что у нас тут внутри. О, не зря. Ой-ой-ой-ой. В общем, пока разбирается. Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Ты мне не нравишься! У меня голова не закружится! Не закружится! Пусти меня. Так, ладно. Что мы против всего начала используем?
и мы эту. Чисто как на радуге. Пора искать ангелов. Найди его, мистер Би. Эй-эй-эй. Бежать. Бежать, 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 бежать. Ой-ой-ой, ты что, что делаешь? Чудовище. А. Так, против вас так и не выровнял какую-то тактику определенную. Ладно, сейчас мы тебя быстро найдем. Пора заканчивать. Когда мне на равных с вами получится сражаться. Давай. Можно где-то восстановить здоровье. Я готова ко сну, мистер Бабблс. Так, кстати, надо бы посмотреть, что у нас здесь вообще. Есть у нас глухие помещения. Так, где камера? Можем отключить следующую тревогу. Конечно, хорошо. Отлично. Так, ладно. Птичка, великолепно. Так, срочно нужно тебя увести. Так, вот это сюда. Сюда. Сюда, сюда и... Одну горизонтальную. Слава богу, есть. Надеюсь, здесь есть аптечки. К сожалению. Сюда я пройти не могу, да? Прости, нет, могу. Я сделаю что-то. Сделаю все. Так, огонь. Даже глубоко под водой он видит все. Видит всех нас. Еще один, что ли? Они. Так. О. Кто-нибудь озорной? Меня не видно. Меня не видно. Нет. Ой.
что я вообще делаю? Иисус любит меня. Так, давайте мы лучше здесь где-нибудь спрячемся и пока что приостановимся. И думаю, это на сегодня все. Доброй ночи. Just walking in the rain.